На улице 1812 года, и нетрудно догадаться, в честь какого события она была так названа. Здесь вот у нас пересечение с Кутузовским проспектом, за ним также улица 1812 года продолжается, точнее там она начинается, здесь уже по увеличению нумерации. Здесь, кстати, неплохой вид на Москва-Сити. Он территориально находится совсем рядом, только на другой стороне Москва-реки. Сейчас мы прогуляемся в сторону улицы Дениса Давыдова. Кстати, можно еще заглянуть на панораму Бородинской битвы. Вот она здесь, я думаю, это даже интереснее будет. Музей панорамы Бородинская битва. Ушечки тут. И с той, и с другой стороны. У нас два. Прямо на запад смотрит. Такая вот дубовая рощица небольшая. Это очень престижный район, называется Дорогомилово. Можно с уверенностью говорить, что это самый дорогой район за пределами центрального округа. Далее мы можем видеть прямо по центру кадра
Филевский автобусно-троллейбусный парк, который называется автобус-электробусным. И улица Дениса Давыдова, о которой мы расскажем в выпуске.